Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей заработка без вложений у меня на обзоре букс. Букс — это давнишний, но для меня он новый, так как я только зарегистрировалась. А вообще, по сути, он уже давно работает. Называется CoinSmack, где нам абсолютно без вложений, на просмотре сайта, на коротких ссылках, на заданиях дают заработать денежку. Ну, так вот он выглядит. Здесь нет ничего особенного такого. Почти 20 тысяч участников. Выплачено более 2000 долларов. Регистрация, заработок и вывод. Что-то я этот букс упустила из виду. Хотя он мне все глаза промозолил. Но регистрация. Кликаем регистрация или вот сюда. Можно кликнуть. Прописываем логин, имейл, два раза пароль. Разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. После чего на почту вам приходит письмо. И нужно подтвердить адрес электронной почты. Не подтвердите, в кабинет не пустят. Ну и регистрация, после чего вас перебросят вот на такую вот страничку. И вот здесь, в правом верхнем углу, кликаем Sign In. Логин, то есть. И заходим в кабинет. Вход по логину или имейлу. Пароль, естественно. Также разгадываем капчу. Сейчас капча появится. Кодовая капча. Так, давайте разгадаем грузовики. Кликаем вот логин. И наша домашняя страничка. Значит, это домашняя страничка. Заработок, рефералы, кошелек, то есть валют. Есть премиум аккаунт, настройки, суппорт. Также вот здесь справа такая же самая меню. Значит, давайте начнем. Я вот одну рекламку просмотрела, видим, да? Я вот сегодня только зарегистрировалась. Так, настройки. Значит, здесь у нас вывод. Здесь как бы наши регистрационные данные. Значит, прописываем. Вывод здесь идет на Pair, вот такой кошелек. И на Faucet Pay биткоин. Здесь минимальный вывод от 1 доллара. Значит, 1,5% комиссия у них здесь они берут. Давайте пропишем кошелек. И кликаем сохранить. Вывод обрабатывается до 48 часов. Давайте переведем на русский, как и посмотрим. В целях безопасности после изменения адреса выплаты вам нужно будет подождать 48 часов. Ну да, выплат нам еще далеко. Сохранить. Так. Что мы здесь написали? Ага, все. Адрес сохранился. Видите, он отображается. Можете вот такой прописать. Или биткоин адрес, только не депозитный. Депозитный адрес не прописывать нельзя. Это я вам сейчас покажу. И сохраняете. Так, настройки. Есть премиум. Премиум стоит 5 долларов. Вкладывать я не собираюсь.
на 30 дней. Здесь вот если кликнуть на 90 дней, 14.25, ну и по нарастающей за год $50. Ну, а на месяц $5. Так, значит, и здесь вот у нас расписан на бесплатном аккаунте, на премиум аккаунте. Нам доступно 25 серфинга, а на премиум 40. Вот. Далее. Кошелек. Значит, у меня здесь, ну, по умолчанию уже стоит Payeer, так как я прописала этот Payeer. Вот. Это вывод здесь будет. Минимум $1. 48 часов процесс. У меня блок стоит 48 часов. Как бы. А это депозит, если вы захотите. Тут читаете, переводите, что нужно сделать. Я пока вводить, депонировать ничего не собираюсь. Нужно отправить на этот адрес. Как бы эти $5. Сюда прописать ID. Ну, типа того, все такое. Вот. А так абсолютно без вложений. Вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. И баннеры. Здесь баннеры. Значит, ну и вот две реферальных ссылочки. На страницу, как тут написано, начальная страница и страница регистрации. Две ссылочки. И заработок. Довольно-таки не такой вот серфинг. Значит, кликаем Earn сюда. И смотрите, здесь серфинг, короткие ссылки, потом задание и офервал. Вот. 20, я одну рекламку просмотрела, доступно 25 серфинга, 10 коротких ссылок, ну и 10 задания. Значит, серфинг, кликаем. Серфинг. Нас перебрасывает на страничку. Что нам нужно сделать? Сначала для просмотра серфинга нам нужно кликнуть на любой пост. Давайте на этот кликнем. Так. Далее. Что нам нужно сделать? Переводим на русский, ребятки. Значит, что нам? Нажмите кнопку на верхней боковой панели. Вот она, кнопка. Видим, да? Кликаем. И вот тут медленно опускается он сам. Как бы мы просматриваем. Да, этот серфинг. Можно 3 раза так просмотреть. Видите, цифра 1 из 3. Здесь идет отсчет таймера. Давайте подождем. Все. Нажмите для продолжения. Кликаем. Обновляется страничка. И нам опять нужно кликнуть сюда. Кликаем. Опять, видите, опускается страничка. Типа, чтобы просмотреть, почитать это все здесь. Идет вот таймер. Давайте обождем. Кликаем вот на зеленую. Она может быть внизу, потому что я просматривала. Она у меня в самом-самом-самом низу была. Кликаем. Страничка обновилась.
И вот 3 из 3. И что можно кликнуть? Идет опять отсчет таймера, видим, да? Опять мы читаем здесь все. Типа того. Ждем таймер. И все, кликаем опять. Страничка обновится сейчас. И если хотим продолжить, кликаем старт серфинг. Просматриваем дальше. И если мы не хотим работать, кликаем дашборд. Вот таким вот образом просматриваем рекламку. Такой необычный. И вот у меня баланс увеличился. Далее. Что у нас там по заработку? Короткие ссылки. Ой, серфинг я вам показала. Ну, короткие ссылки кликаем. Я не буду их просматривать. Хотите, если вас интересует, просматривайте. Я, может, уже потом, уже после записи видео, это все сделаю. Вот они, короткие ссылки. Вот. Далее, что еще у нас здесь? Задание там есть. Что у нас тут написано? Отключите отблок. Господи, его нету. Следуйте инструкции, пока не вернетесь. Вот. Приборная доска. Опять кликаем. Заработок. Это короткие ссылки. Здесь у нас что? Здесь у нас опросы и предложения. Хотите, зарабатывайте на опросах. Кликайте опросы. Мы ищем для вас опросы. И вот здесь уже, конечно, суммы вот такие. Я их не люблю проходить и не буду. Хотите, проходите, пробуйте. Так, и что у нас? И предложение последнее. И вот Affair Wells. Предложение. Кликаем предложение. Здесь вот Affair Wells, он разный бывает. Бывает, можно посмотреть там на серфинге. Бывает вообще какая-то абракадабра. Сейчас посмотрим, загрузится. Визит веб-сайт написан. Также шорт-линк, видео. Ну, посмотрим. Да, вот здесь можно и поработать. Вот. Ну, давайте попробуем, кликаем. Нас на страничку перебросило. И вот сейчас здесь что-то у нас загрузится. Да, здесь Affair Wells хороший. Вот загружается шкала. Давайте подождем. Уже медленно оно и грузится.
Мы сейчас разгадаем капчу. И такая легкая капча. Вот видим, да? Вот одинаковые, вот одинаковые. А это отличается. Значит, кликаем вот на этот бак. Кликнули. Все, нам зачет. Вкладочку можно закрыть. Таким вот образом мы просматриваем. Ну вот, видите, подождать, что-то не завис. Вот. Так. Что у нас здесь еще? Здесь что-то есть. А здесь тоже. Серфинг, ребятки, тоже можно кликнуть по 7 секунд, как бы. И нам будет засчитываться денежка. И вот здесь. И здесь то же самое. По 10 секунд. Вот. Вот такой вот бокс. Кому интересно, работайте. Зарабатывайте, что-то у меня баланс не прибавился. А, прибавился. Вот. Наберу. Ну, вот здесь статистика идет. То, что я просматривала. Это вот серфинг. А это вот этот кликсвал. Афервал. Вот. Наберу минималку, естественно, я запишу видео по выводу денежных средств. Конечно, он платит. Он работает, он уже все глаза промазолил мне. Только я вот что-то... Я думала, что это инвестиционный проект какой-то, потому и как-то все мимо проходило. Ну, а здесь вот колокольчик, что я вот зарегистрировалась. Welcome. Вот. Всем удачи, всем пока!